Депутата Омского городского совета, владельца клининговой компании Виталия Путинцева суд обязал навести порядок на свалке. Иск подала прокуратура. По данным ведомства, отходы были не защищены от ветра и дождей, а это является нарушением. Напомню, еще на прошлой неделе Путинцева обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности. Тогда суд оправдал депутата. И вот сейчас новое решение вынесено представление, а 3 должностных лица компании Путинцева привлечены к дисциплинарной ответственности.